Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу поделиться с вами своим рецептом блинчиков. Это блинчики у меня такие на скорую руку, и эти блинчики я тоже еще готовлю, если хочу приготовить с какой-нибудь начинкой. Это не дрожжевые, но они очень нежные и вкусные сами по себе. Или с начинкой, и с начинкой тоже. Поэтому, если вам интересно, то сейчас расскажу, как я это делаю. А для наших блинов нам с вами понадобится. Я взяла кружку молока, в которую у меня входит 450 грамм молока. Большая кружка. Сливочное масло, растительное масло, которое пахнет семечками. 3 яйца, соль, сахар, мука, кусочек сала или картофелина. А вот зачем это нужно, увидите дальше, если интересно. А вообще, я вам хочу сказать, все ссылки там, где я готовлю, я всегда пишу описание, что и какое количество я кладу. Под видео есть такая маленькая, как стрелочка с правой стороны. Вот если на нее нажмете, то будет там описание откроется. Ну что, начинаем готовить? Налили молоко в сотейник и прогрели его. Молоко должно быть чуть горячее пальца. Добавляем столовую ложку растительного масла, пахучего. Маленький кусочек сливочного масла. Щепотку соли. Такую хорошую щепотку. Сахар. Три яйца. У меня они не очень крупные. Но если были бы крупные, то все равно бы 3 положила. Все это перемешиваем венчиком. И добавляем муку. Так как я все время делаю на глазок, поэтому мне сложно понять, сколько ее добавить. Сейчас я буду при вас это делать. Вот в этом виде, в этом деле, наверное, не виде, а деле, очень нужен вот такой венчик, чтобы не было комочков. Нам с вами нужно все так хорошо промесить, чтобы не было комочков. Так, жидковато. Еще немного муки. И еще чуть-чуть. Ну, вот, я так думаю, что, наверное, у нас с вами уйдет ровно половина кружки. Кружки у меня одинаковые. 450 грамм молока было. И вот муки, правда, не измеряла сколько. Так, ну еще чуть-чуть. Все, теперь будем жарить. Нанизываем на вилку половину картофелины или кусочек сала. И в тарелочку выливаем немного растительного масла. Наша с вами сковородка прокалилась.
Почему картошка или сало? Потому что у меня бывают гости, которые не едят сало. Поэтому я мажу сковородку картофелиной. Да, вот наша с вами сковородка уже прокалилась. Она у меня стояла на большом огне. Жарю я на чугунной сковородке. И вот теперь немного убираю огонь. Вот. Если вы в первый раз жарите блины, не старайтесь сразу наливать много. Попробуйте немножко. Вот. Налить немножко теста. Тогда вам будет проще снимать блинчик. Теперь нам нужно с вами дождаться, пока у нас с вами вот пропадет вот это вот все жидкое, пропадет, ну как поджарится. И потом мы начинаем с вами просто его подцепляем и переворачиваем на другую сторону. Вот. Вот этот рецепт блинчиков я обычно использую, когда хочу сделать блины с мясом. Ну, конечно, большие делаю. Сейчас для вас сделала маленькие. Следующий буду делать большой. Наш с вами блинчик пожарился. Мы с вами мажем опять сковородку. Кисточкой я пробовала, на кисточке остается очень много масла. Мне не нравится. Я оставляю пока. А в это время я буду пока мазать свой блинчик сливочным маслом. Вот, сковородка прогрелась опять. Температуру я уже больше не убавляю. И уже опять заливаю. Вот. Конечно, можно сделать его покрасивше. Но я уже не успеваю. Чуть-чуть вот так вот пошевелить сковородку, и он разольется, будет более красивый. А так как я снимаю одной рукой, а другой рукой пытаюсь блины делать. Ага. Не хочет. Одно, конечно, рукой очень тяжело. Что не хочет? Хорошо. Ладно. Как раз сейчас вам покажу, что нужно делать. Не хочет. В моем случае этот блин, это даже хорошо, что у меня не получается. Сейчас я вам покажу. Так, с двух сторон пожарила. У меня Кузьма Иринович съест его с удовольствием. Выключаю сковородку. Это нужно делать все с прихватками. Насыпаю обычную соль. И просто беру тряпочку или чем вы обычно моете посуду, и все это хорошо промываете солью. И начинаете по новой. Сковородку прокалили. Мажем маслом. И наливаем уже немного теста. Такой точно перевернем. Так, дождались, пока у нас сверху он уже перестал быть жидким. И переворачиваем. Ну, как-то так. Ну, вот такой красивый блинчик получается. Мажем маслом. Здесь тоже не забываем хорошо промазать сковородку.
И наливаем опять немного. Надеюсь, что я понятно объяснила. И теперь сможет любой человек, тот, кто даже не умел жарить блинчики, сможет легко их сам приготовить. У меня блинчики получаются очень нежные, не резиновые. Жарятся они очень быстро. Видите? Вот. Уже перевернули. И вот смотрите, какие они у меня получаются. Я даже не знаю, как вам объяснить. Вот их всегда можно и завернуть. Но мне просто одной рукой не очень удобно такие большие жарить. Поэтому они легко и заворачиваются. Их можно с начинкой сделать. Этот маленький, конечно, не завернешь. Вот. Жарим с двух сторон. Помазали маслом. В каше и в блинах много масла не бывает. Поэтому, если собрались есть блины, то не нужно говорить про фигуру. Так. И опять переливаем небольшой блинчик. Ну все, дорогие мои. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Как всегда, небольшое послесловие. Если вы хотите сделать блинчики с начинкой, то жарьте их лучше только с одной стороны. Объясню почему. Вот он у меня пожарился, видите? Я его выкладываю на тарелку. Также мажу, промазываю сливочным маслом. Неровно, конечно, лег, но ничего страшного. Чуть-чуть нужно дать ему возможность остыть чуть-чуть. И потом тогда его заворачивать. У меня, к сожалению, даже нету под рукой никакой начинки. И потом его заворачивать. Вот вы его завернули. Да? Ну, будем считать, что там начинка есть. Завернули и положили в сторону. Он не будет разворачиваться. А потом вы его, когда будете, если сразу будете кушать, неважно, или потом на следующий день, то вы его просто с двух сторон обжарите, и он у вас будет очень красивый. Вот. Надеюсь, что я понятно объяснила. Ну все, дорогие мои, всем приятного аппетита. Пока-пока. Кузя, Кузь, оцени блинчик. Кузь, они мне не простят, если я тебе блинчик не дам. С этим, пожалуйста, скажи, покажи, насколько это вкусненько. Да. Вот. Вот так вот вкусненько. Дала Кузьке блин. Кузя, держи еще один. Время 11 часов ночи. Я решила, у меня вдохновение на блины и появилось. Да, сынок? Ой, ты мой зой, хвостик обвиляем. Да. А у меня там уже очередь. Очередь, оказывается, на блины. Ой. Вот такой вот я теракт решила устроить. Очень вкусненько, да, Кусь? Кусь, вкусненько? Да. Ну, хватит. А то попочка толстая будет. Много нельзя.